Всем привет! С вами Информ ТВ. Многие говорят, что в одну реку дважды войти нельзя. Но, как оказалось, бывают исключения. Вот, к примеру, любовь старшего сына Яны Поплавской со своей бывшей женой Евгенией Остряковой. Оказалось, мужчина снова на ней женился. Об этой важной дате в судьбе сына Яна рассказала в Инстаграме, где также показала фотографии с молодоженами. Они демонстрировали обручальные кольца. Из-за установленного для всех режима самоизоляции Поплавская не могла присутствовать на торжестве. Цитата. «Вот все переживают по поводу изоляции, а у нас все не как у людей. Старший сын, мой дорогой Клим, женился. Да, во второй раз. Да, на своей первой жене Жене». Вот такие вот превратности судьбы. Именно так поделилась своей радостью 52-летняя артистка в социальных сетях. Интересно, что совсем скоро на месте молодоженов окажется и сама Яна со своим любимым и по совместительству помощником Евгением Яковлевым. Они вместе уже около 5 лет и с нетерпением ожидают важного события. Предложение любимой Евгений сделал примерно 1,5 года назад. Он встал на одно колено и преподнес кольцо. Напомним, это не первые серьезные отношения в жизни актрисы. До Яковлева актриса жила в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Развелись они после 25 лет брака. А как вы считаете, можно ли войти в одну реку дважды? Пишите в комментариях. Если вам нравится эта прекрасная семья, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!